Трудно сказать, потому что только специалисты могут, наверное, точно определить риски. Но здесь надо женщин в первую очередь послушать все-таки. Нам, мужчинам, эта тема совершенно непонятна, потому что этого мы не испытывали. Мужчины даже на родах не бывают. Вот я был при родах детей 2 раза и хотя бы эмоционально испытал то, что женщина испытывает. А уж какие физические страдания, боли, но она все терпит ради рождения ребенка, а мужчины, как правило, за стенкой сидят в лучшем случае или вообще неизвестно где. То есть рожает и рожает, там все на врачей оставляют. Поэтому, конечно, мне кажется, в этом вопросе надо женщин послушать. Если они идут на это, значит, не все хорошо в отечестве. Надо делать так, чтобы они хотели рожать. Я думаю, что корень здесь.